Я вообще не понимаю, почему покупают такие складные ножи, старые, грязные, да еще и поломанные. Но, честно скажу, мне это очень сильно нравится, что за такое вот барахло еще платят денежки. Эти денежки можно тратить на правильные, нужные вещи для себя. И поэтому я с удовольствием их показываю. Значит, за такую модельку прям целая бойня на аукционе. Смотри, 1987 год, патриотическая такая вот тематика. Грязный, ржавый, но он почему-то нужный. Может, их тут заново там все реставрируют. Не понимаю. Вообще, как для меня бесполезная вещь. Вот такой. Даже если вот эти вот накладки сломанные, все равно их берут. Даже если вот так шатается, какое-то безумие происходит. Но опять же повторюсь, мне все оно нравится. И поэтому я с удовольствием это дело все показываю. Смотри, какие вот. Ну это такое вообще печальное, видишь. Болтушка, видишь. Вообще мертвый трупак. Такие трупаки, ну не перестанут меня удивлять вообще. С ножницами, видишь, блестящими. Можно ноготочки себе подчикать. Неудобно, но в принципе, если у тебя ножниц нету, то и выхода другого нету, значит, сможешь попилить себе, покусать ногти. Коричневые такие, даже если вот эти штуки поломаты, все равно покупают. Все равно берут. Да, странные эти люди. Коллекционеры любят трудности, вот это восстановление походу. Но я не могу сказать, что не беру то чисто для этого. Купить, перепродать, но реальные. Потому что хорошие денежки, хорошие платят. Короче, может, кому-то нужны. Кто-то сейчас новенький на мой канал зайдет, увидит этот обзорчик, знай. Ссылочка в описании, я на аукциончике торгую всякими разными такими прибамбасиками. Подписывайся там, смотри, постоянно есть у меня движухи здесь и сейчас, вот такие.